Ну, экслибрис – известный шкаф. Здесь потрясающие, конечно, вот эти петли и вся эта… ну, он открывается хорошо, мягко говоря. Безусловно, это очень люксовая вещь. И вот это вот рифление здесь, миллиметрато они назвали, то есть как миллиметровая бумага. То есть нужно было немножко затенить, заблюрить все, что там внутри, и получилась такая миллиметровка. Это свое прочтение люкса, свое прочтение лакшери, и всегда это интересно. Здесь мы видим черно-белое, причем белый очень теплый белый, очень красиво подсвечен, нейтральный или даже теплый свет. Каждая полка тоненькая светится, в фронтальной части встроен светодиод. Композиция с вот этим мрамором, они на всех сюжетах интерьерных на выставке используют этот Sara Black, как-то так он называется. Фактурный по, ну, в общем, скажем так, выразительный по своему рисунку мрамор. Кольцевая ручка. Ну, говорить об инженерной части здесь не приходится, мы говорим об эстетической части. Это еще одно выражение люкса. Это не похоже на то, как делает люкс Минотти или как его делает Полиформ. Это еще один стиль. Или здесь. Известная витрина Экслибрис. В этом году Пьеро Лиссони делает так называемый трей, поднос, полка-поднос. Если мы говорили о... То есть он даже в эти алюминиево-стеклянные полированные люксовые вещи добавляет немножко чего-то живого, чего-то casual. Или, может быть, не столько casual, сколько связанного с традицией. Вот такой синий, немножко дерево, такой подносик, на котором стоят милые какие-то сервизы. Это уже другой стиль, нежели мы привыкли видеть, и часто его называют клиенты, BMW-стиль. Сервомоторы и современные системы управления движением не обошли своим вниманием новинки. Вот. Вот так можно легко остановить, а вот так заставить двигаться ее назад вверх. Надеюсь, что это будет надежно и долговечно. Задняя стенка драпирована тканью. Такой вот жест. И еще хотел показать вот эти столики. В семействе столиков такая трубка, какая-то очень старинная,
круглые, треугольные, ну, вернее, трапециевидные формы, сочетаемые между собой столики. В общем, это такие воспоминания об эпохе конструктивизма, а, возможно, 60-х. Для опора нужно быть очень осторожным, добавляя люксовость в свои изделия, потому что они все равно очень casual, очень такие живые, жизненные. Поэтому маленький жест. Такая симпатичная штучка.